Испокон веков все стилисты наперебой твердили, что самое необходимое в твоем шкафу – это базовый гардероб. Если мы говорим о базовом гардеробе, то давайте сначала определимся, что входит в это понятие. Это тренч, маленькое черное платье, балетки, классическая рубашка, юбка-карандаш и трикотажные кофточки и свитера. Но оказывается, иногда это не вещи-спасатели, это вещи-предатели. Именно из-за них у тебя полный шкаф вещей, но всегда нечего надеть. Тася, да. Может, хватит уже? У тебя уже на шею не помещаются вещи. Начнем с пресловутого маленького черного платья. Мнения наших экспертов о том, нужно ли оно в твоем шкафу, кардинально расходятся. А маленькое черное платье без него, и правда, современной девушке уже это никогда. Коко Шанель задала моду, так сказать, на данный вид. Оно является самым тоже универсальным вариантом, как и для повседневного выхода, так и для вечера. Как-то странно, когда девушка приходит к молодому человеку в черном платье. Я, конечно, понимаю, там, Коко Шанель был траур, она всю жизнь провела в трауре по своему любимому, но мне кажется, это не повод для нас перетягивать личную жизнь одной женщины на свой гардероб. Следующий лот – трикотаж. Натянула свитерок, джинсы и вперед. На работу или учебу. Удобнее некуда. Но некоторые утверждают, что все дело в уверенности в себе. И что носить нужно то, в чем сама себя комфортно чувствуешь. Как, например, вот эта любительница трикотажа. Посмотрите, какая я сексуашка! Когда вы обтягиваете себя, здесь не всегда получается красивая картинка. Ваше собственное «я», ваше собственное эго, может быть, и наслаждается вот этой облегаемостью. Но человеку не всегда комфортно, потому что мы то сидим, то двигаемся. И наши части тела не всегда замечательно нас позиционируют. Позиция номер 3 – юбка-карандаш. Казалось бы, чудо-шмотка на все случаи жизни. Ким Кардашьян тому яркий, но не самый лучший пример. Если мы говорим, что фигура не идеальна, и мы это знаем, и мы хотим кому-то показать, то надо делать на это свое.